межконтинентальная баллистическая ракета без боевой части была запущена из Калифорнии в испытательных целях. Ракета «Минитмен-3» стартовала с базы космических сил Ванденберг в 23 часа 1 минута в четверг, и ее головная часть пролетела около 6800 километров над Тихим океаном Католу-Кваджалейн в составе Маршалловых островов, говорится в заявлении командования. Хотя испытание состоялось на фоне обеспокоенности США по поводу ракетных испытаний Северной Кореи и полета китайского разведывательного аэростата над США, речь идет о стандартном учебном запуске. Такие испытания проводились уже более 300 раз, и данный тест не является результатом текущих мировых событий. Ракета «Минитмен-3» находится на вооружении уже несколько десятилетий. США планируют заменить их новой ракетой под названием «Сентинел». Пока полная боеготовность ракеты «Сентинел» не будет достигнута к середине 2030-х, США будут прилагать усилия к тому, чтобы ракета «Минитмен-3» оставалась эффективным средством стратегического сдерживания, сообщило американское командование.